Всем привет! Совсем скоро стоит третий матч в рамках 1/4 плей-оффа 13 сезона про-серии. И сегодня у нас в гостях уже знакомый нам капитан команды Revival Владимир Вайтпипа Удовиченко. Привет, Вов! Совсем недавно у вас состоялся матч против европейского коллектива The U-Dogs. И расскажи нам, пожалуйста, о твоих впечатлениях от этой встречи. Привет! В принципе, прошло на самом-то деле очень легко. Там что-то 2 игры по 15 минут, 20 или что-то такое, в общем. Вообще не напрягались, играли, грубо говоря, одной рукой. Очень удивились, потому что думали, что это какие-то жесткие ребята, там к ним готовились, то все. Вот, а как оказалось, ничего жесткого там нет, и вообще на изичах прошли этих андердогсов. Вот, так что было легко. Ваши следующие соперники — это коллектив Мало, которые раскатали 3-0 ребят из Project 85. Как ты думаешь, как вам будет играться против этой команды, и подготавливались ли вы к ним как к соперникам? Да, мы вообще, тоже такой коллектив, недавно собранный этот финский. Играли против них, может, где-то 4 КВ, на всех КВ их переехали, достаточно тоже так не напрягаясь легко. Вот, но посмотрим. Конечно, что будем готовиться 100%, но мы ко всем готовимся, даже к тем, кого там выигрывали где-то там легко. Все равно мы ко всем готовимся, а то тут можно ожидать чего угодно. Тем более, что новый патч, может, они что-то еще придумали, что-то покажут. А кого бы вы хотели встретить в полуфинале, Team Fate или Easy Plus 25? В полуфинале, наверное, все-таки Team Fate, я думаю, которые греки, или я не знаю, кто они. Но они, по идее, команда у них называется Grace, что-то там Squad или что-то такое. Непонятно. В общем, которые JR подписаны на StarLadder. С радостью бы сыграли лучше против них, чем против Easy 25. А то там жесткие типы, на самом-то деле, задроты. Против них придется стараться. Хорошо, а нам стоит ожидать сегодня чего-нибудь интересного в этом матче? Да, думаю. Апатия покажет своего коронного мипа. Валик на инвокере забахает. Что-то интересное для вас. Он сейчас задротит уже 24/7 того инвокера. Думаю, будет интересно посмотреть. Будет что-то необычное и прикольное. Ну и чего бы ты хотел напоследок пожелать своим соперникам в этом матче? Своим оппонентам? У них же сейчас, получается, будет Рождество. Лучше пускай празднует Рождество. Не приходит на игру. Смысла-то нету большого, на самом-то деле. Спасибо тебе, Вова, за то, что выделил на минутку и ответил на наши вопросы. Ну а на этом наше интервью потихоньку подходит к концу. Не забывайте подписываться на наши социальные сети и получать информацию о всех дивизионах. Также приходите на трансляцию сегодняшней игры между коллективами Revival и Мало. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч.